Всем здравствуйте. Хотела показать свой магазин. Место, где я работаю. Когда у продавца выходной, я работаю здесь продавцом. Когда у него отпуск, я тоже здесь работаю продавцом. Вот. Такой небольшой отдельчик. Здесь у нас наборы с вышивками. Ага, вот это маленькая фея наша. Это нам подарила наша клиентка. Сама сшила, нам подарила. Наша фея клубочная. Вот здесь еще маленький хрюн. Такой желтый. Так. Это мое богатство. Пряжа. Девочки, кто вяжет, тот меня понимает. Когда разбираешь новое, так хочется что-то себе все это оставить. Думаешь, ой-ой-ой, куда-куда-куда, полные шкафы, уже все забито. И все равно что-то хочется. Какую-то новую пряжу. Покупатели были, выключила камеру, сейчас снова включила. Хочу показать две шали, которые я сама вязала. Вот эта шаль такого нежного сиреневого цвета, связана из кроссбред Бразилии, 50% меринос, 50% акрил, в мотке его 500 метров. Так, а следующий — это бактус. Это из Ангоры Gold Simli с люрексом. Вот такой вот бактус висит. Так, чем еще похвастаться? Вот такие глазья, глазки кукольные, разные, маленькие, большие, разного формата. Пуговки детского ассортимента. Представляете, когда вот народу много, вот они все, кто-то набирает, кто-то пуговку, кто-то еще что-то, а кто-то стоит в очереди и ждет, когда ему продадут пряжу. Бывает, конечно, я обидел покупателей из-за того, что долго приходится ждать. Ну как же, нужно каждому все объяснить, показать, рассказать. А терпения у людей очень-очень мало, к сожалению. Да, если уж взрослые сейчас такие стали нетерпеливые, то как, что будет с нашими детьми? Они еще более такие импульсивные, чем мы. Вот наши ленточки репсовые. Я из них тоже много делаю разных бантиков своим девчонкам. Как-нибудь покажу их богатство в сундуках у всех троих. Очень много заколочек и бантиков моего производства. Ну вот, типа таких вот. Вот. И простеньких, и красивых, и шикарных, как одна блогер моя любимая говорит. Мариша Пастухова. Очень люблю ее смотреть. Все время говорит: здравствуйте, девочки. Сегодня мы будем делать шикарное украшение. Набор еще раз. Так, вот, я уже по второму кругу. А, еще одна фея у нас висит на лампочке. Сейчас отойду и приближу. Ой, светло очень. Не снять, наверное, ее никак. Ну, вот как-то так. Маленькая-маленькая такая фея с воздушными белыми волосами. Совсем. Ой, как же ее снять, чтобы вот немножко видно. А, чуть-чуть вот так фокус. Такая прелесть, такая прямо няшечка. Так, сегодня я тоже разгребаю привоз. Вот у меня уже осталось тут там два мешка. Ай, много уже приняла. Мы ездили за товаром, за пряжей. Так, что мне еще показать интересного? Вот здесь бусинки разные, мелкие. Мелкие, красивые, много их. Вот такие вот. Подвесочки разные, вот они.
или шармики, как их правильно назвать, не знаю. Вот всякие ключики, чайнички, штурвальчики. Вот нашим мужчинкам брали, делали девочки, оформляли. Вот такие револьверы, машины. Не знаю, можно, нет, с ценами снимать. Но я же их не уберу, ценники. Как же вот я без ценников. Так, ну ладно, покупатели идут. Вот нам загружают, как нам товар. Ой. Да. Как на меня. Вот. Почти битком. Ну не берет сейчас сюда, что перед ним. Мне в ножки, да, положим? Полтора часа заниматься. Вот я полтора часа буду заниматься своей работой.